почтить память героев Великой Отечественной к мемориалу павшим за родину звенигородцам и возложить цветы к вечному огню пришли жители города, военные, священнослужители, представители территориального управления, депутаты. Для многих из них начало контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 года – это личная дата, в том числе и для депутата Мособлдумы Дмитрия Голубкова. При обороне столицы 80 лет назад погиб его двоюродный дед. В Звенигороде боль войны по-особому ощущается. Здесь были тяжелейшие бои. Звенигород немцы не смогли захватить, но стояли рядом, прошли по краю. И, конечно, очень много звенигородцев, жителей этих земель полегло в тех боях. У Татьяны Дубровиной под Звенигородом во время войны пропал без вести дед по маминой линии. От его друга в родной Зарайск пришла лишь почтовая открытка с сообщением, что он остался в Звенигороде до 19 ноября, когда в городе начались ожесточенные бои. Такое послание как бы из войны, вот от друга деда, пусть не от деда, но я четко знаю, что он где-то здесь в полях, может быть, что-то еще там надо искать, но то, что здесь написано «Звенигород», и то, что написано «Ноябрь», 19 ноября 41 года, это какой-то знак, понимаете, поэтому сегодня я как бы здесь. На памятном митинге и дети, и молодежь, и люди старшего поколения. Своя история, связанная с Великой Отечественной войной, есть у каждого звенигородца. Наталья Гончарова, телекомпания «Одинцова».